Лапин, эксперт проекта «Твой район». В нашей стране появился уникальный проект «Акселератор социальных инициатив «Твой район». Этот проект позволил в разных городах нашей страны помочь людям открыть свой потенциал, побороть свои страхи, найти единомышленников и реализовать себя по максимуму во благо города и нашей страны. Меня зовут Орли Новосельская, я являюсь представительницей фонда Joint, который в 2020 году начал спонсировать этот замечательный проект. Мы были инициатором того, чтобы акселератор социальных инициатив «Твой район» начал свою деятельность сначала в Минске, и потом, из-за того, что этот проект был настолько успешный, мы открыли еще 3 группы в Бобруйске и Витебске. Сегодня мы присутствуем на финальном вечере 4-го сезона проекта «Твой район» в Витебске. Я очень рада, что участники этого проекта получили такую возможность учиться на этом проекте, получить новые знания, умения. Многие из них уже частично смогли начать реализацию своих проектов на базе еврейской общины города Витебска. Очень многие отволонтерили обязательные 15 волонтера-часов на благо еврейской общины, и большинство из них продолжают быть активными волонтерами. Этот проект считается антикризисным проектом в еврейской общине не только Витебска, но и других еврейских общин, потому что данный проект дает возможность участникам реализовывать свои проекты, реализовывать себя, а не просто являться участниками проектов, реализуемых на базе еврейской общины. Я желаю всем участникам удачи, везения, не бояться. Все проекты классные и способны быть реализованы, и даже, я думаю, что большинство участников смогут зарабатывать деньги, реализуя свои проекты. Все. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я педагог и руководитель музыкальной студии раннего развития «Фасолька». Участница 3-го сезона «Твой район». Сегодня пришла поддержать участников 4-го сезона. Хочу сказать, выразить благодарность всем организаторам данного проекта, потому что они взращивают настоящие зерна, которые дают прекрасные плоды в этой жизни. Участвуйте в твоем районе, потому что он вам поможет вырасти, поможет внутренне окрепнуть, стать сильнее, лучше. Твой район самый лучший. Я Ольга Мельникова, участница «Твой район», 3-й сезон. На сегодняшний день мой проект жив, и я очень благодарю за это проект «Твой район», участвуйте обязательно в «Твой район», потому что это рост над собой, рост ваших проектов, прокачивание себя, своих сил и уверенности. Спокойная, душевная, семейная обстановка, располагающая к себе. Я уверен, что сегодня люди получат истинное удовольствие от того, что они услышат, увидят и то, что им презентуют. Несколько лет назад я тоже как участник проекта «Твоего района» принимал участие, и у меня был свой проект. И сегодня мне очень интересно, насколько вырос проект за это время, насколько подтянулся уровень участников и какие проекты будут представлены сегодня. И вполне возможно, и я на это рассчитываю, что эти проекты найдут свое отражение в жизни, да, воплотятся в реальность и принесут людям конкретную пользу. Добрый день, меня зовут Анастасия Мацель. Я участница 3-го потока «Твой район». Я очень благодарна проекту, потому что я со своим
проектом я смогла уже в дальнейшем реализоваться, еще больше нашла близких друзей по духу. Я пришла поддержать участников 4-го проекта. Желаю им большой удачи и, конечно же, прекрасного дня и вечера. Нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. Главные спонсоры уникального проекта, который функционирует в 4 городах Беларуси. Встречайте, джаз-координатор Беларуси Орли Новосельская! Всем здрасте! Кто понял, что такое джаз-координатор? Молодцы, что это? Класс! Да, действительно, всем здравствуйте еще раз, меня зовут Орли. Я являюсь координатором фонда Joint, представительства фонда Joint в Беларуси, который является спонсором данного проекта. Кто не знает, Алекс это был тот человек, который приехал в Беларусь, пробил все стены непонимания, и сказал, этот проект будет. И благодаря Алексу мы все здесь сегодня собрались, и у вас появилась возможность начать реализацию ваших замечательных проектов на базе еврейской общины Витебска. Но, конечно, если только идея Алекса была в его голове, она бы осталась в его голове. Поэтому появились два замечательных человека витебских. Они, с одной стороны, замечательные, с другой чуть-чуть чеканутые, потому что они поверили, что этот проект может быть успешен. Благодаря им они были вашими мамами, бабушками, сестрами, Наташей иногда папой. Вот, поэтому спасибо вам большое, то, что вы делали этот проект. Ничего не делала. И спасибо, что делился своими знаниями, опытом и помог участникам в реализации их проекта. Марина и Наталья Зейналова. Может, кто меня не знает, я Наталья Зейналова, она же Тата, координатор, инициатор общинных программ и проектов городской еврейской общины. Да что ж такое, извини. Спасибо. В общем, а о чем проект? Меня многие спрашивают в районе. Во-первых, у нас в городской еврейской общине более 10 проектов это на основе. А еще, да, вот этих улыбается, у него еще 2 проекта. То есть мы очень инициативные, деятельные, да, и немножко сумасшедшие, без этого вообще никак. О чем проект? Во-первых, о добре. То есть все участники научили меня, хотят они или не хотят этого, быть доброй, толерантной. Доброе. Нет, серьезно, потому что то, что вы делаете, участники, я в восторге, насколько разносторонне и разнообразно добро, которое вы несете. Финалистов в этом году у нас 15 финалистов, чем мы не можем не гордиться. Каждый год, казалось бы, ну, люди приходят, что-то делают, но на самом деле они делают очень много для себя,
для города, и я не побоюсь этого слова, для страны в целом, потому что люди просыпаются, люди начинают активничать, люди начинают занимать активную позицию в своей жизни, они начинают что-то делать. Есть хорошее изречение, да, все мы его знаем: хочешь изменить мир, начни с себя. И твой район — это прекрасная возможность для того, чтобы начать изменять не только себя, но и мир вокруг себя. Поэтому удачи вам, только вперед, и все только начинается. Здравствуйте, меня зовут Решакова Мария, и сегодня я представляю свой проект «Комикс Переемниц». Следите за афишей и приходите ко мне на мастер-классы, где я с радостью составлю для каждого из вас ваш уникальный, неповторимый флакон счастья. Для туристов это уже готовый путеводитель с описанием известных мест, с описанием туристических интересных маршрутов. Хочу представить вам свой проект «Подросток». На дне в школе издевались подростки, и когда он мне об этом рассказал, прозвучали такие слова: «Только попробуй пойти в школу и что-нибудь там рассказать. Я тебе больше никогда ничего не скажу». Ускоренные курсы помощника раввина. И теперь точно знает, что кошерно питаться можно и в Беларуси. Все, кто любит вкусно поесть, встречайте! Галькунец Светлана! Меня зовут Светлана Галькунец. Я повар более 15 лет опыта. По образованию я техник-технолог пищевых производств. Чайцы, Конопленко и Катерина. Я детский йога-терапевт Екатерина Конопенко и представляю свой проект «Киндер-капилити» для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 12 лет. Грибалева Ирина. Я представляю проект «13+». Это проект «Беседа о половом воспитании девочек-подростков». Меня зовут Мила Олеговна. У меня высшее экономическое образование. Более 9 лет в сфере бухгалтерии, в том числе главным бухгалтером. Я прошла обучение по управлению персоналом в бизнес-школе в Испании. Там же более 120 часов практики специалистом по подбору персонала. Меня зовут Герман Кулина. Тут было столько прекрасных презентаций, столько прекрасных проектов, но мы все мечтали когда-то, что будем пахать, будем такими творческими личностями. Меня зовут Наженка Ольга. Я представляю свой проект «Сад мечты». Встречайте, Лешакова Валентина. Как круто провести шаббат, то добро пожаловать к нам в дом «Вместе у совят». Встречайте, Глушкова Наталья. Мой проект называется «Золотые чудеса». Встречайте, Марыськина Виктория. Прекрасные, уникальные люди. Всем привет, меня зовут Катя, и мой проект – это я сама. Я художник. Пару недель назад участники из 4 городов, около 70 человек, встретились на фестивале. Это было феерично. И как вы думаете, кто забыл публику резвее всех? Правильно, встречайте, Гринкевич Татьяна. Диплом я хореограф, душа и фотограф. И сегодня вашему вниманию представляю проект «Танцы волком». И скажу, мы немножко подшаманили этот вариант, поэтому будет с изюминкой очень классно. Беремся за ручки. За ручки беремся, телефоны откладываем, они вам сейчас точно не нужны. Если ваш сосед справа или слева будет спать, вы активно подваливаете его, потому что движение, на самом деле, очень быстрое, и на каждый счет идет вниз. Смотрите, пяточки вместе, носочки вместе. Если у вас там дырочка, значит, это неправильно. Пробуем. И вправо шаг приставили, шаг приставили. Первым вправо иду с правой, правой, левой на правую подскок. И сейчас очень быстро делаем влево с правой ножки. 5, 6, 7, хоп, раз, и хоп. Yeah.
Здрасте. Ой, честно вам сказать, я сижу здесь под большим впечатлением, потому что это вау. На моей памяти прошло много демо-дей, всяких вечеров, где люди встречались с разных культур, рассказывали, предлагали свои инициативы. Я, кстати, вам честно скажу, один из примеров, куда это нас приведет, может быть, дальше. Но такого интересного, замечательного вечера не видал. Филармония, 2-6 сразу, да? Один Наташа, другой Марина. Ты сразу видишь такие вещи и говоришь, здорово, просто. Классно подготовили, серьезно, у вас классные проекты. Везде видно еврейский компонент, правильно, прям везде. И у вас очень классные проекты, где тут говорили про детей. Я сразу спросил, а если ребенок уже в 7 лет, тебе встает вопрос, что не в 13, а в 12. Танцевать, друзья, не умею, очень боюсь. Страшно было даже на свадьбе много лет тому назад, своей личной. Хотел, чтобы быстрее уже закончилось. В общем, много-много разных проектов, которым хотел здесь подключиться и сказать, да, я хочу быть частью этой инициативы. 100% Марина была права, эти инициативы, они были прекрасны, они будут прекрасны не только для еврейской общины Витебска, которые дали эту платформу, и это очень-очень важно, что есть такая возможность опробовать, помочь быть частью Хеседа, синагоги, еврейской общины, потому что это будущее, да, это будущее всех людей, которые живут в стране, взаимодействие между общинами, между людьми. Ну, конечно, здорово, что это помогает всей стране, и не только, как говорится, каким-то отдельным населением, поэтому здорово, что вы вместе. Уникального специалиста, бизнес-тренера Лапина. Проект «Твой район» – это действительно акселератор, который на протяжении уже многих лет. И самое ценное, знаете, когда участники прошлых сезонов просто за руку вытаскивают людей, которые говорят, мне ничего не надо, я ничего не хочу. Они говорят, тебе надо. Они берут этих людей и говорят, смотри, как здесь будет классно. И это просто феноменально, потому что, значит, проект «Твой район» действительно достигает цели, он привлекает новых людей, он создает реально классные и полезные социальные проекты. И в этом году я очень рад и благодарен организаторам, что они организовали совместную встречу, где собрались все города. Вы не представляете, какая энергетика творилась в этом месте. Специалисты с разных сфер, с разными идеями, по какому-то волшебству реально начали находить друг друга. Ты психолог, я визажист, у меня такой проект, у меня такой. Как классно, у нас столько классных идей, и действительно этот проект объединил людей со всей страны. И бессменному вдохновителю, акселератору социальных инициатив «Твой район» Алексу. Я рисую и маслом, я диджитал-художник, то есть вот такие открыточки. Идея проекта в том, чтобы популяризировать еврейскую культуру, традиции через то, что я умею делать, через искусство. Огромное спасибо проекту «Твой район». Меня зовут Екатерина Осипенко. Мой проект «Подросток – это просто». Это клуб для родителей трудных подростков. Огромная благодарность твоему району, что есть возможность совместить свой опыт и возможности, которые нам предоставили. Всех жду на странице проекта. Всем удачи! Добрый день! Меня зовут Елена Лукша, и мой проект «Флакон счастья», где каждый из вас может составить свой флакон под любую задачу. Для настроения поднятия – духи афродизиаки, для денежной энергии – духи. Поэтому приглашаю вас на свою страничку в Инстаграме, подписывайтесь «Флакон счастья» и следите за афишей, где будут проходить мастер-классы. Жду каждого из вас. Добрый день, меня зовут Мила Олеговна, Людмила Червякова. Я представляю проект «Нужные люди». Это агентство по подбору персонала. Для кого?
чего этот проект? Для тех, кто ищет работу, мы помогаем найти работу, составить резюме, подготовим к собеседованию. Для тех, кто ищет работников, мы оперативно обеспечим качественными специалистами для эффективного ведения бизнеса. Меня зовут Ольга Ноженко, и название моего проекта «Сад мечты». Здравствуйте, меня зовут Ирина, я представляю проект 13+. Это проект «Беседа о половом воспитании девочек-подростков с 13 лет». Меня зовут Ольга Герман. Мой проект «Твое время». Это образовательный проект внутреннего и внешнего преображения. Всего за 2 месяца, не то, что вы станете совсем другими, но вы изменитесь к лучшему. Я вам это обещаю. Приходите ко мне, буду очень рада. «Твое время» ищите в Инстаграме. Екатерина Конопленко, я детский эрготерапевт, представляю проект Kinder Ability для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 12 лет. Проект предназначен сделать вашего ребенка самостоятельным и независимым, формируя навыки заботы о себе. Меня зовут Виктория Марыскина. Мой проект называется «Готовим с ежевикой». Мы готовим вместе с уникальными интересными людьми десерт, пальчики оближешь. Подходите, угощайтесь. Все очень вкусно. Всем добрый день. Меня зовут Татьяна Гринкевич. Мой проект называется «Танцевалка. Школа танца для взрослых». Благодаря участию в твоем районе я стала уверенная в себе и с гордостью могу сказать, что в ближайшее время реально для женщин нашего города откроется школа танца для взрослых. Хочу выразить огромную благодарность нашему наставнику и эксперту Лапину за прокачку нашего мышления, потому что мы реально меняемся, становимся увереннее в себе и с уверенностью выходим выступать на публику. Проект «Твой район» – это очень классное место, в которое вы можете прийти, найти поддержку единомышленников, прокачать свои знания и умения и вывести свой проект личный на новый уровень. Шалом, православные! Меня зовут Наталья Парфенова. Я телеведущая, режиссер, инструктор по личному бренду, голосу и публичным выступлениям. На проекте «Твой район» я гость. Я пришла поддержать своих друзей, которые принимали здесь участие. И, честно сказать, очень впечатлилась, увидев, насколько этот проект масштабный, что он открывает новые имена, новые лица, новые тренды, новые бренды. И, возможно, очень скоро этими людьми будет гордиться страна. Организаторы, вы огромные молодцы, и у меня есть маленькая просьба. Мне бы хотелось в следующий раз тоже принять участие, может быть, в качестве гостя или в качестве участника, или даже в качестве эксперта. Здравствуйте, меня зовут Савченко Евгения, я выпускница проекта «Твой район». Безусловно, попробовав, что это такое, и поняв, что дает этот проект, я не могла не поделиться своими впечатлениями и ощущениями с участницами своего женского пространства «Счастливая я». И поэтому я смело рекомендовала девчонкам обязательно воспользоваться этой возможностью и пойти на новый сезон. Я горжусь его участницами. Я рада и счастлива, что стала тем самым маленьким огоньком и маячком, на который пошли люди. Люди, жизнь которых изменилась. Прежними они уже не будут никогда. Я очень благодарна организаторам и нашему спикеру, лектору Лапину за тот процесс обучения, который меняет мышление. Не важен финальный вечер, который, конечно, такой классный и прекрасный. Важен этот путь, который мы прошли и который не оставил шанса даже нам остаться прежними. Видео, эмоции счастливые? Счастливые!